16 сентября в городском округе Истра на двух площадках лесного фонда будет проходить ежегодная акция «Наш лес, посади свое дерево». Сейчас мы находимся на одной из них, в деревне Борисково. Буквально 7 лет назад тут стояли высокие ели, но из-за вспышки короеда их пришлось вырубить. Но уже в эту субботу здесь, на площади более 2 гектаров, будет высажено почти 8 тысяч сеянцев сосны. Сеянцы сосны, которые будут здесь высаживаться, уже привезены к нам. Они выкопаны в Раменском районе, это Ульянинский питомник. Сеянцы сосны из этого питомника всегда отличаются очень хорошим качеством и очень хорошей приживаемостью. Посадят только сосну, хотя впоследствии это будет смешанный лес. Береза, к примеру, хорошо возобновляется сама. Кстати, через дорогу напротив можно увидеть результат работ 2014 года. В рамках этой же акции жители высадили деревья, которые хорошо прижились и постепенно превращаются в густой лес. Восстановительные работы проводятся лесхозом и в штатном режиме. Сейчас мы осенью будем восстанавливать уже 120 гектар. Весной уже восстановили тоже около 100 гектар. В общем, объемы посадки больше, чем объемы рубок. Мы видим, что на этом участке плужные борозды идут перпендикулярно дороге. Расстояние между ними 3,5 метра. Это стандартная схема распашки. Сеянцы будут сажать через каждые 7 сантиметров. Это оптимальное расстояние для того, чтобы деревьям было комфортно расти. Старые пни в Подмосковье не корчуются. После этого остаются большие ямы. На землях лесного фонда они сейчас не корчуются. Они остаются на дальнейшее перегнивание. Можно будет потом сажать, ходить собирать земляничку, малинку. Опята сейчас начинаются потихонечку. Людям с собой, которые хотят прийти на акцию, необходимо взять только хорошее настроение, ну и главное одеться по погоде. Да, если это дождик, это может быть какая-нибудь курточка, сапоги. Вот, если это хорошая погода, ну значит нам всем повезло. Также всех участников акции ждут угощения, горячий чай и много позитива. Полина Громова, Михаил Моралов, Истра РФ.